Всем привет! Сегодня на обзоре Toyota RAV4 2019 года выпуска в кузове МХ-54, 2 литра, полный привод, новый двигатель М20А, 171 лошадиная сила, цвет снежная королева бергамота, максимальная комплектация GZ Package. Отличительные особенности назову по ходу видеообзора. Диодная оптика, ходовые огни, штатные туманки, штатные парктроники сонары передние. Дополнительно установлен оригинальный тюнинг-обвес моделиста, передняя куба. Ходовые огни дополнительные. Боковые юбки-накладки моделиста. Оригинальные 19-литые диски. Так, установлена японская летняя резина Йокохама 19 года выпуска с хорошим остатком. Подсветка в ушах. Рейлинги на крыше. Штатные оригинальные ветровики. Задняя полусфера остекления затонирована. Штатные парктроники сонары задние. Оригинальная тюнинг накладка ТРД. Накладки на глушителе ТРД. Раздвоенный выхлоп. Ключ иммобилайзер, бесключевой доступ, автоматическое складывание зеркал, BSM датчики слепых зон, темный кожаный салон, электропривод водительского сидения, память водительского сидения на два положения, защитным стеклом покрыт автомобиль, в Японии модельные коврики. Пятая электродверь, багажника, подогрев руля, адаптивный дальний ближний, опциональные подстаканники, старт-стоп кнопка, кожаный мультируль, управление медиа, hands-free, бортовым компьютером, круиз-контроль, радарный круиз-контроль, контроль полосы, меню на английский уже перевел. Распознавание знаков. USB быстрая зарядка. Так, режимы езды. Электроручник. Так, регулировка. Mood Send, RockTot. Так, помощь. Так, Snow режим. На склоне помощь, подогрева сидений, HDMI, USB, выход дополнительный, раздельный климат-контроль, ТРК антиюз, мультимедиа 68-я модель, свежая, 9-дюймовая, многоформатная, камера с траекторией движения, динамические статические линии. Так, зеркало заднего вида с функцией автозатемнения, а также дополнительная камера заднего вида. Диодная подсветка по салону. Подушки в боковых стойках.
USB-зарядка для задних пассажиров. Подлокотник с подстаканниками. Санилят складывается в ровный пол. Чистенький багажник. Подсветка. Прикуриватель. Так, ремкомплект. Дополнительная камера. Доводчик пятой двери багажника. Регулировка по наклону заднего ряда. Так, аукционный лист. Аукцион USS уже открыт и легко находится как по номеру лота 25969, так и по номеру кузова МХ-54 41258. 4,5 балла. Б-салон. 2 литра, 19 год, 4 месяц регистрации, GZ Package комплектация, полный привод. Из опции только панорамный люк не введен. Достоинство LED-оптика, LED-лампочки в туманках. Первый раз от собственника выставлялся на аукцион автомобиль. По кузову незначительные царапинки, какая-то маленькая мязинка на крыше незаметная. Целый аукцион автомобиль, без окраса, без замен. Статистика есть, статистика открыта. Посмотрите. Сравнивайте, проверяйте. Пробег оригинальный 58 150 километров по Японии. Диодные лампочки в туманках. Моделиста молдинги накладки. Данный автомобиль продается. Подробная информация по телефону. Закреплен в шапке профиля. Пишите, звоните, проконсультируем, подскажем. Смотрите карточку продавца, найдите много аукционов автомобилей по приятным ценам. Всем спасибо за внимание.